Да я покупал броники, тут броников ёбнешься, блядь. Тут, бля, 44 броника. Чайки подлетели, ебать. Да. Думаю, о. Он с нами поедет. Попался, блядь. Похуй, поехали. Поехали, сейчас накажем его, блядь. Потух, там кто-то к тебе нахуй багажник. Тихо. А как дела у тебя, друг? Поехали, мужики, слышите? Смотри, кого поймал. Саня, слышите? Крысу поймали. Смотри, крысу поймали, в багажник нырнул, блядь, багажник закрыл, поехали, блядь. Эх, ебать, ты кого там? Поймали, блядь, занырнул в багажник, блядь, ебану, пока я там открывал. Пойдем, блядь. Вот так. Поехали, блядь. Этот сам выскочил, блядь. Кто? Да вон, в шляпе уже упал. Он тоже крыса. Че, поехали, вывезем, блядь, пообщаемся с ним, блядь. Куда повезем его, бля? Такой рыбак, такую нажив поймал. Пиздец, я охуел, ебать. Наживца ловил, блядь. Да. На пляж поехали. Поехали на пляж, давай, кидай метку. Че, давайте фасиком, там у меня угоночка. Давай. На леща ему дадим, нахуй. Конечно, нихуя себе. Что по багажникам больше не так не шнырял, да, блядь? У него статик еще 666, блядь. Блядь, ну ладно, отсюда, блядь. Блядь, он не туда едет, ну ладно. А нет, нормально, отсюда можно вырубить. Да все нормально. Че ты там прижух, алё? Молчишь. И больчишь. Алло. Слышь, а как ему сразу стяжки там накинуть? Можно в багажнике, нет? Нет. Блять, лишь бы не съебался он. Ну, блять, ладно, заебашим его, блять. Заебашим его, ну, по багажнику. Короче, прямо езжай там за это. Еще маленько, прямо вот там. Еще прямо вот сюда, вот за будку. Вот тут тормози. Вот здесь вот, нахуй. Поставаем. Нахуй. Ноги ему сломаем, а. Пушки достань тебе приготов. Ну шо ты, блядь? Что ты маленький, вылазь нахуй. Вылази, малышок. Чё, блядь? Что, нахуй, руки подними. Руки подними. Руки не страшно, что? Руки подними. Руки подними. О, маленький мой. Ты зачем такие вещи делаешь, а? Рассказывай. Ты зачем по багажникам шныряешь? Чужих машин. А? Да хули нужна новая прическа. Какой-то. Конечно, блядь. Стой. Дал человеку по щечину напротив. Леща по щечину на. На, нахуй. Чтоб по багажникам нахуй не лазил. А может каждому пощечину дать? Конечно, давай, поступайте. Конечно, давай, все, давайте. Хорошо, сейчас отлетите за то, что сейчас. Он пощечину. Закрой сейчас рот, если еще расскажешь, умрешь, понял? Хорошо. Это уроком тебе будет. Хорошо, блядь. Козел. Ну, давай, блядь. Больше не шныряй по багажникам. Наебало тебя. Поехали. Погнали, пацаны. Отлетит, блядь. Козел. Отлетите, говорит, блядь, я тебя отлечу, блядь. За две пощечины, блядь. Все пиздешь, пацан. Один не может два раза пощечину кидать. Мы, может, с тобой одного времена его въебали. Пошел он, пиздобол. Сколько там, 5 минут за пощечину? Хуй с ним отсижу. Наказали чисто, блядь, трясогузку ебану. Конечно, нихуя себе. Хуя себе, мышь ебучая, блядь. Чё, думал, что в шутки с ним играть будем? Он, блядь, на мафию нарвался, блядь. Саша, добрая ночь. Ехали, угонку ехали. А чё, не, пацаны, если чё, угонку надо ехать. Пацаны, если надо ехать, едьте уже, всё. Если надо, мы вас сопроводим. Поехали к сопроводим. Если надо, поехали сопроводим. Ну, давайте. Давай, поехали. Конечно. Сейчас просто пацанчикам поможем.
крысу, прикинь, сейчас налещевали, блядь, наказали, блядь. Бля, опасные пацаны, нахуй.